называется картина? Инсталляция. Жить не захотелось. Умер. А это по нему колокольный звон, да? Нет, вот посмотри сюда лучше. Опа, глянь. Смотри, да? Спидер есть. Глянь, в руки мне глянь. А, он не работает. Ножичек это. Да. Древний спиннер? Спиннер. Просто современно. Вот продают. А Мишка что с ним стало? А Мишку повесить. Тебе Мишка больше всего понравился, да? Да. Здесь порезанную игрушку продают. Скажи нам, что это такое? Это... Как ты думаешь? Что же это может быть? Мысли твои правильные, но это не игрушка. Ну, как ты думаешь, что это? Не знаю. Но подумай хорошо. Мама таким работала. Канала. А? Канала. Канала? Нет. Это такой, здесь сюда резинка. Делала моточек. Раньше не было резина, так же резинка. Моточек делала? Нет. Брали шерсть. И вот с помощью вот этого делали из шерсти нитку. Расскажи, как ты делала нитку. Это же элементарно. А ну, мама, открой. Мама не может. Она открывается. Вовнутрь вставляется лезвие. Все, не открывается. Не могу. И дальше за веревочку тянется и точится. Вот обычная вот волна там или еще что-то, да. И она натачивается заново. И можно бриться. Знала? Я же не бреюсь. Это вход. Беги в царствие свое. Смотри, это кто? Кто это? Кто это? Расскажи нам. Это победоносец. Какой победоносец? Как Джорджия. Георгий. Да, он нарисован на гербе Москвы. Георгий. Запоминай, будешь потом рассказывать в школе. Это же достопримечательность. Мы уже рассказали. И все? Да. Больше не надо? Как вам древние времена, древние своды, ступеньки? Это древняя крепость. Древняя крепость. Можно вот аудиотур скачать. Да. Пойдем. Чего это? Аудиотур, где будут рассказывать, что и где. Совсем древняя крепость. Пойдем. Сырым горохом папа тебя кормит. Держава. Улыбочку. Где ты тут Ленина видишь? Да вот лежит же. Нет. Да, это Ленина. А ну сюда скажи, что это? Красота? Не бросай. Китайский? Такой вот был. О, мама.
древний. А это что такое? Это корабль. А вот это? Это музыкальный инструмент. Да. Правильно. Ты все знаешь, да? Кофеварка. В мамином детстве знаешь, какие игрушки были? Вот зайчики. Смотри. А вот такие документы были. А вот это знаешь что? Что? Угадай. Рамка? Да, смотришь на свет, и там фотография. Вообще были специальные штуки, чтобы смотреть это. Я знаю, в моем детстве такие были. Положите назад. Хочу еще. Там разные. Да. И каждый раз что-то новое, интересное. Мультиков не было, вот смотрели на такие картинки. Классно? Это китайская штучка. Да, положите. Китайская штучка. Ножик белочка. А вот такой вот ножик у меня был когда-то маленький, вот он. Там ножичек и пилочка. Вот, глянь, какая замечательная кофемолка. Видишь? Класс. Индийские картинки, да? Глянь, какая кукла черненькая. Как твой Ваня. Мой Ваня вообще-то, он из Африки, я на из Африки. Да. Нет, двумя глазами. А сюда мы видим. Потому что, смотри, вот на папу запустим. А мне что-то ничего не видно. Что-то не видно? Да, на меня большое. Ну просто вот так чуть-чуть согнуть надо. Видно? Видно? Да. Да? И кровь сейчас за этой бабушкой вставляет. Для массажа. Когда дети болели, им на спину ставили в банку. Они проходили кровь, это не сильно. Ёлочные игрушки. Ангелочек. Какая кукла тебе нравится вот с резиновыми волосами? Почему? Глянь, какие у нее глаза красивые, добрые. Это Анна. Анна? Да, это Анна. Почему все куколы, которые здесь находятся, в волосах запутаны эти ёлочки? Посмотри на куколу и на глазки. Пойдем. И язык у нее торчит. Кира, а тебе понравилось с хвостиками кукла? Да, это смешно. Так они и сейчас продаются, но они чуть меньше и ароматизированы. Пойдем посмотрим на фонтанчик. Кира, фонтанчик. Фонтанчик. Вон рыбки плюются, видишь? Вот сюда иди, посмотри. Вот рыбки стоят, и у них из рутика вода. Ага. Кто дальше плюнет? Сфоткать тебя здесь возле рыбки? Нет. Нет? Пойдем. Пойдем посмотрим пока. Красотищу. Куда ты хотела попасть? Смотри туда.
конки. Точно назвонились? Да. Звонари. Смотри, дядя играть будет. Дядя будет сейчас играть на колоколах. О, баба Яга закрывашки делает, варенье варит. О, гляньте, маленькая. Это маска, хочешь, можно померить. Мама, примеришь? Нет, спасибо. Вот, настоящая кольчуга есть. Это Мишка. Настоящая кольчуга есть, хочешь? Смотри, богатыри приходили, бабку Ёжку убивать хотели. Видно, не убили. Это же крылья ангела. Глянь, тут кресло-качалка. Да? А, нет. Нет. Как и Васика Целесика. Ой, а там она спала за печкой. А за печкой она спала. А ну пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Да. Кира, вон туда заходи, в спальню. А вот в этом? Да ладно. А вот на этом одежду шили. А на вот этом стирали одежду. Смотри. А вот это вот мамин конкулятор. Смотри, это тот самый, это древняя стиральная машинка. А на этом летали? У меня у бабушки была такая, но она не летала. Покажи, как летали. О, это Акира. На, лети. А это знаешь, что? Книга мертвых. Это... Нет, вот это, что это? Вот это что это? Это сундук? Нет. Точилка? Нет. Это... У бабушки Вали такая была. Швейная, швейная машинка. Та-дам! Это бабушки Вали черная. Жаль, что здесь... А это книга смерти, что ли? Гляньте, здесь всякие штуки. Я вернулась. Это Снегурочка. И такие кусты. И курья, кожа, и этот, почему и тимары,
Сказал волшебные слова. Сюда ненавижу их. Я сразу же придумала, что нужно превратиться. А это чье? Кощей Бессмертного? Это дневник Бабы-Яги. Давай сюда. Я проснулась в ужасном настроении. Праздник, а мне не весело. Поругалась с последней подругой Кикиморой. И теперь придется встречать Новый год одной. Решила слетать в лес и подпортить настроение всем жителям. Посмотрела в окно, а там снег. Тогда совсем погода совсем нелетная, чувство пили. Хотела уже было отойти, как увидела с высоты своей избушки эту снегурочку. Она шла к елке с мешком. Я сразу же догадалась, что там подарки. Конечно же, мне захотелось их себе. Я выскочила, дождалась, пока она уйдет, и забрала их в избушку. Пока шла, уже представляла, как буду распаковывать их, но не тут забыла мешок закрыть этим дедом. Пойдем чай пить. Мама, мама, а Катя, а зачем ты ключ? Ну вот это такой ключ огромный. Пойдем чай пить, Кира. С глазками. Даже внутри глазик. Баба Яга. Вот, мама, тебе надо Бабу Ягу взять. Ух ты, какая чашка с глазами. И внутри глаз. О, а это чашка с вином. А ложку Бабы Яги видела? Вау, вот это ложка. Эй, куда карту? Так вот она ела. Это у нее... Свечки. А? Что там? В корзине. Не знаю, что-то тут есть. Нет, ребеночка нету. Что там? Не знаю. Давай маску наденем. Нет, какой жуткий паук на мне. Ага. Знаете, что здесь? Что там? Нитки? Нитки. Бабки-ёшки? Целый клубок. Клубки. Варенье не хотите попробовать? Нет, спасибо. Я по ходу домового нашел. Домовой. Это сова? Сова? Конечно. Я сову нашел. Папа, надо ключи. А у тебя же ключ был большой. Ладно, пойдем дальше. Ты решила везде посидеть. Мама! Это дневник, я же тебе читала. А вот это, Кира, ты знаешь, что такое? Мама! Кир, ты читала вот это. Хорошо, вот папа спрашивает, что это, не знаешь? Это старые овы. Как называется? Не помню. Лапки. Лапки. Чего? Старинная. Есть у него хребет и крылья с двух сторон. Случается он вздернуть, им заложен он. Ну, высокий, короче, это эти самые. Загадки. Загадки, да. Бесплатный музей на Дыбале, да? Мы посмотрели, что больше.
Блин, ну ты как красиво. Как называется музей? Брошенных кукол? Нет, брошенных кукол. Блядь, какой-то заяц, блядь. Вот ты, Жек. Ну, жизнь. Леопард. Это просто леопардовый окрас. Страшненький, да? План музея. Музей не работает. Мама, не грозно сделаны. Бедный. Он умер. Кто умер? Как Мишка? Или Мишка просто заскучал? Вот это нравится? Не надо пальчиками трогать. А что мне нравится, что это делать? Какая? Вот А вот эта девочка не нравится? В чулочках? Смотри, какие тут мертвецы. Смотри, есть такой. 18+. Мама, не хотите свечечку прикрутить? Нет. Куда ты побежала? Позвонить Чебурашке? Номер надо набрать. 25. Это Гена. 25. Вот, видишь, написано «Крокодил Гена». Наберите 25. Набирай. 2-5. Сначала 2. 2. А 2 это сколько? Она не достанет. Давай я наберу. Слушай. Перестала гудить. А Гены нету? Сейчас Чебурашка. Выйдет. Гудки пошли? Нет. На, послушай. Не работает? Не знаю. Длинный гудок пошел? Да. Что, покляк? Что там? Там ду, ду, а ду. Сейчас? Занято, наверное. Занято. Давай, так, попробуй. Вдвоем давайте звонить. Может, там денежку кидать надо?
Что тут написано? Чебурашку. Что написано? Почитайте. Не умеешь звонить по этому телефону? Не беда. Поднимайся на второй этаж, на этаж музея, мы научим. Чебурашку не обижать. Апельсины не отнимать, а то покусаю. Крокодил. Крокодил. Какой крокодил, непонятно. Пойдешь? Стрелять пойдешь с пулемета? 200 рублей. Мама, я хочу от чебурашки денег позвонить. А сколько лисята стоят? Большие лисята, кролики, они 400 рублей. Котята, маленькие лисята, совята по 300. Я натуральный кончий, полностью ручная работа.